На конкурс «Дети читают стихи» Дарья Ландарь, ученица 7 класса, школа номер 22, города Междуреченска. Сергей Сухонин. Две сестры бежали от войны. Две сестры бежали от войны. Свете 8, Кате 3 всего лишь. Вот чуть-чуть еще и спасены, за холмом свои, а значит воля. Но рванула мина, сея смерть. Позади идущих дым, гадко, и один осколок долетел и ударил младший под лопатку. Словно скрыть хотел преступный след, миллиграмм горячего металла. Ватник цел, и крови тоже нет, только сердце биться перестало. Старшая сказала: «Хватит, Кать, ведь и мне приходится не сладко. Ручку дай, пора вставать. Час еще, и будет все в порядке». Но, увидев Катин взгляд пустой, Света на мгновение застыла. И котомку, выбросив с едой, на плечо сестру свою взвалила. И откуда силы в ней взялись? Но она бежала и бежала. Лишь когда увидела своих, пошатнулась и на снег упала. Подошла к детишкам медсестра, маленькую Катю осмотрела и сказала горестно: «Мертва». Света сразу в голос заревела: «Нет, не надо!» — разносился крик. «Люди! Люди, разве так бывает? Старший брат Иван в бою погиб! Маму с папой немцы расстреляли! Почему так много в мире зла? Разве жизнь сестры моей игрушка?» Медсестра за плечи увела с поля 8-летнюю старушку. Ну а Катю на руки поднял пожилой солдат из третьей роты. «Внученька», — он только лишь сказал, — «как же я тебя не уберег-то?» И пилотки сняли все вокруг. Слезы по щекам бойцов катились. Девочку под воинский салют в братскую могилу уложили. В небесах закаты жгут костры, и ветра сверняют вздохи. Словно тихо плачет две сестры искорки безжалостной эпохи.